Итак, друзья, я приветствую вас на нашем канале, канал, который посвящен здоровью и профилактике здоровья. И мне бы хотелось вам представить очень интересного, я думаю, что не только для меня и для вас, человека, который тоже занимается здоровьем, но немножко другим подходом. Я хочу вам представить Сергея Леонова, очень интересного человека, интересного с каких позиций. Вот представьте, ко мне много народу разного приходит предлагают разные пищевые добавки, разные разную воду, различные ну чудо средства, которые ну, помогают от всего. И, конечно, мне интересно сразу посмотреть его живот того, кто представляет, того, кто рекомендует. И, конечно, иногда разочаровываешься. И тут вот э, впервые за такой хороший длительный промежуток времени я встретил человека удивительного, у которого в животе Живот идеальный. Идеальный с моих позиций, потому что через мои руки проходит очень много проблемных людей. И иногда некоторые приходят на профилактику, но профилактика – это чисто условно. Когда начинаешь смотреть живот, ты понимаешь, что здесь еще работать и работать. А вот Сергей, он как-то меня удивил тем, что ну, не бывает такого человека, который, не делая никаких поддавливаний, сдвижений или там работы с внутренними органами, и вдруг такая работа кишечника и вообще внутренних органов. И, естественно, я Сергея пригласил к нам в студию для того, чтобы он немножко рассказал. Ну и, может быть, даже ведь сейчас на рынке существует так много разных продукций, и в том числе как бы серебра, о котором мы говорим, но его продукция – это не просто серебро. Это, наверное, даже как золото с серебром. Сережа, ну расскажи. Александр. Здравствуйте, Александр, Александр Тимофеевич. Расскажи о себе и о своем продукте. Я представитель физико-химической лаборатории, которая занимается синтезом и изучением наночастиц. Сейчас мы будем разговаривать про наночастицы серебра. Нам удалось разработать технологию, которая позволяет сделать наночастицы серебра, и они работают гораздо эффективнее, чем все, что мы знаем, чем пользовалось человечество до нашего момента. Не надо воспринимать слово «нано» как ругательное, потому что с помощью нашей технологии мы из двух граммов серебра можем сделать серебряной воды, которой хватит человеку на сто лет. Сереж, расскажи, пожалуйста, об истории немножко, вот как это все появилось и вообще, что вас сподвинуло заняться вот этой темой. Ну, про серебро исторически давно людям известно. Этим занимался еще Геродот. Применялось оно персидским царем Киром в походах. В серебряных сосудах хранилась еда, вода. Самая известная старая ваза Энтемена хранится в Лувре и 4300 лет. То есть даже тогда люди понимали, что серебро позволяет сохранять качество воды и еды и приносит пользу организму. Это длилось тысячелетиями, пока не появилось электричество и произошел качественный рывок. Появились первые препараты коллоидного серебра, которые изготавливались с помощью электролиза. Его активно использовали в Первую мировую войну, очень успешно, пока не появились антибиотики, в частности пенициллин. Он был дешевый и на некоторое время про серебро забыли. Следующий качественный рывок произошел в Советском Союзе, Академик Кульский разработал коллоидное серебро более качественное для советской космонавтики. То есть, когда человек в космосе находится в жестких условиях, нельзя было использовать антибиотики, потому что они приносят вред организму. Вы это лучше меня знаете. И разработали препараты коллоидного серебра, которые отправляли на орбиту и потом даже сделали прибор, который стоял у космонавтов на космическом корабле были проведены мощностями Советского Союза огромные исследования, которые утвердили, объяснили, почему серебро работает, какие от него положительные эффекты, какие есть максимальные дозы, от которых в конце концов может наступить вред, потому что все знают, что лекарство приносит и пользу, и вред. Но на самом деле, в отличие от большинства лекарств, серебра надо очень много съесть, чтобы был какой-то негативный эффект. Для человека, допустим, на месяц необходимо всего лишь 1500 микрограмм серебра. Есть данные Всемирной организации здравоохранения, где они посчитали, что минимальный вред, который начинает наносить серебро через 275 дней, наступает только тогда, когда человек эти 275 дней будет выпивать каждый день месячную порцию, то есть вы понимаете, что это надо увеличить mm -hmm. в десятки раз, чтобы наступил какой вред. И история употребления людьми серебра показывает, что от металлического серебра вреда никакого никогда не было. Все знают, что было столовое серебро, люди им активно пользовались. Да, ложки, ложки, вилки. вилки. Столовое серебро в России было даже в семье мещан, и никто никогда не мог сказать, что от серебра был какой-то вред. Также есть еще один метод получения соли серебра, который можно применять, но это техническое серебро, оно содержит токсические элементы и людям это применять нельзя. Сережа, и чем же отличается вот ваша технология от всех технологий, которые существуют получения серебра, вернее водных растворов серебра? Наша технология пока единственная в мире которая синтезировала действительно наночастицы серебра. У нас есть документы, которые подтверждают, что у нас размер наночастиц 2-5 нанометров. Это очень мелкие частицы. И в нашем продукте, кроме металлического серебра и дважды дистиллированной воды, больше ничего нет. То есть это вода плюс серебро вреда человеку никакого нанести не может, потому что мы вот только что говорили, что люди серебром пользуются 4000 лет, и именно от металлического серебра никогда не фиксируется никаких побочных эффектов. Сережа, а скажи, пожалуйста, а почему так важен размер частиц серебра в жидкости? Мы можем взять кувшин серебряный энтомена, настаивать в нем воду, и мы получим только через месяц максимальное растворенное количество серебра в этой воде. Это будет величина всего лишь 23 микрограмма. То есть мы ждем месяц, чтобы получить только литр воды, который мы можем употреблять. Препараты классического коллоидного серебра содержат в себе частицы, которые ближе к микроразмеру. И вот приведу простой пример: возьмем мы сахар кусковой и возьмем сахарную пудру. Сахар кусковой, особенно который выпускался раньше, его в горячем стакане надо размешивать 10 минут, а сахарная пудра растворяется практически мгновенно. Но ну, это грубая аналогия, но получается так, что огромное количество наночастиц серебра, которым мы добавляем в воду, делает максимальную концентрацию ионов серебра в воде, а именно вот эти 23 микрограмм, буквально за несколько mm -hmm. минут. И еще есть важный момент. Наш препарат хранится очень долго, в отличие от классического коллоидного серебра. В классическом коллоидном серебре частицы были получены крупные. И когда академик Кульский сделал это для советских космонавтов, это все было предназначено для применения в условиях невесомости. Там нет силы тяжести. Из-за этого крупные частицы не выпадали в осадок. Когда это применяют на Земле, через две недели от коллоидного серебра, которое получено по классической технологии, в растворе не остается ничего. Оно оседает на дно, получается очень плотный слой, и бутылку можно как угодно трясти. Это серебро обратно mm -hmm. в коллоидный раствор не переходит. И мы покупали очень много образцов на Хербе, на Озоне, и так как у нас есть возможность в лаборатории проверять. Мы проверяли концентрацию серебра. На флаконах даже известных производителей может быть написано, что там содержится... 10 мг серебра на литр, 30 мг серебра на литр. Но по факту мы получаем после анализов, что серебра там в 10 раз меньше, это в лучшем случае, а много очень есть продуктов, пустышек, в них нет вообще ничего. И в частности с этим тоже связан момент, что люди покупают препараты коллоидного серебра, которые на самом деле должны работать, советская наука доказала, что это так и есть. Они получают никакого эффекта, потому что когда они применяют рекомендованные дозы. Эта доза уменьшена в 10 раз из-за того, что серебро все выпало в осадок. Ну и плюс э, вот эти растворы, которые делаются классическими технологиями, даже коллоидное серебро. Когда мы делали анализы, мы замечаем, что там есть вредные примеси, а это тоже не здорово. Лекарство не должно содержать вредных примесей. Также классические препараты коллоидного серебра не позволяют использовать данный раствор для ингаляций. Если мы возьмем хороший профессиональный ингалятор, там частицы пара влетают размером от 1 микрона до 10. Вы понимаете, что если в классическом серебре микронные частицы, то они в частичках пара просто не вместятся. А из-за того, что у нас наноразмерные частицы, то они в частичке пара легко помещаются, и, соответственно, мы можем донести наночастицы в том числе и в легкие. Тогда Сережа, скажи, пожалуйста, какую мы преследуем цель, когда дышим над ингалятором? Серебряные частицы могут попадать в организм с питьем воды, с ингалятором. Также возможно наружное применение. У академика Кульского как раз расписано, для чего надо серебро. Когда серебро попадает в организм, она борется с патогенной флорой, которая человеку не нужна. И у серебра при наших концентрациях есть очень интересный эффект. В отличие от антибиотиков, которые призваны убивать микроорганизмы, у серебра в наших концентрациях другой эффект. Серебро останавливает или замедляет развитие всей микрофлоры, которая существует в организме человека. И вот здесь наступает очень интересный эффект. Организм и его иммунная система получает возможность бороться с колонией микроорганизмов патогенных, которые не активно размножаются, а которые серебром замораживаются. А симбиотическая микрофлора, которая человеку тоже нужна, она выживает, потому что организм ее поддерживает. То есть мы подобрали такую концентрацию, я уже говорил выше, 23 микрограмма ионов серебра на литр, которая обладает эффектом, ну, медицинский термин, бактериостатика. А у всех антибиотиков Врачи преследуют свойства бактрицидные. Вот про это вам даже больше известно, чем мне. И вы можете как бы оценить вот такой интересный полученный эффект. У нас как бы срединный путь некий получился. Сергей, скажи, пожалуйста, насколько эффективна вот эта ваша технология по отношению к микроорганизмам, которые ну, не всегда являются нам полезными? Есть ряд статей уже современных, которые опубликованы на значимых зарубежных ресурсах. И в этих статьях описывается воздействие серебра на вирусы, бактерии, грибки, дрожжевые грибки. В отличие от микрочастиц классического коллоидного серебра, наночастицы могут попасть во все части организма. У врачей есть такой термин – биодоступность. Угу. Объясните, пожалуйста, зрителям, куда могут попасть наночастицы в организме человека. Ну, и естественно, если мы говорим, говорили про антибиотики, то антибиотики работают около органном пространстве, то есть в данном случае около клеточного пространства. В клетку антибиотик не попадает, кислород попадает в саму клетку. А вот ваши частицы попадают в ядро. Это там, где обычно поселяется герпес, которые очень тяжело вывести из этой ситуации. И очевидно, здесь-то вот как раз вот эта вот биодоступность, она позволит избавиться от герпетических поражений. Я так предполагаю. Опыт нашего применения показывает, что герпетические инфекции лечатся, но медленно, потому что вирус герпеса встроен в ДНК, и мы за длительный период времени Убираем клетки, пораженные вирусом герпеса, и области поражения постоянно уменьшаются. Скорее всего, с течением времени эти области поражения уменьшатся вообще. Но я надеюсь, в следующих выпусках мы будем говорить отдельно о каких-то направлениях болезней и разбирать их более подробно. Угу. Угу. А насколько примерно по времени достижения? Ну, вот вы как врач понимаете, что клетки в организме обновляются за 7 лет. То есть мы можем предположить, что если у человека застарела герпетическая инфекция, то за 7 лет клетки, которые обновятся, они вырастут уже новые, и вируса герпесов в них не будет. Сережа, а вот такой вопрос интересный. Я в своей жизни встречал людей с синим лицом и синими руками, как ни странно. И часто вот эта патология, она была связана с тем, что они как бы пили электролизную воду серебряными электродами, и получалась вот такая картина. А не произойдет здесь, если кто-то возьмет и вот бутылку выпьет этого концентрата. Вопрос понятен. Ну, во-первых, я перед вами сижу 8 лет, воду пью, не посинел. Я вам объясню механизм, как это получается. Когда человек в бытовых условиях делает электролизную воду, он получает прибор, который сделали не для советских космонавтов. И что получается на выходе в этой воде, никто не знает. Там помимо коллоидного серебра присутствует еще высокая концентрация ионов серебра. Концентрация ионов серебра в воде, она определяется органами надзорными. У нас сейчас в России это 50 микрограмм на литр. В США 100 микрограмм на литр. Есть статьи регламентирующие все это дело, можно посмотреть. И регламентируются именно ионы серебра. Почему регламентируются именно ионы? Потому что высокая концентрация ионов серебра она в воде нестабильная. Если мы из нитрата серебра в воде в прозрачном сосуде сделаем воду с серебром, то она практически на глазах у нас покроет стенки сосуда серым налетом, то есть ионы серебра у нас превратятся в металл. Под действием солнечного света ион серебра ловит фотон и превращается обратно в атом серебра. Получается металлическое серебро. Так вот, те люди, которые пьют воду с высоким содержанием ионов, получают такой же эффект на коже. То есть, с течением времени ионы серебра в большой концентрации достигают эпидермиса, светит солнце, и ионы серебра превращаются в металл. Получается татуировка. Вот. Это как, бы как раз спекуляции на тему серебра, когда недобросовестные производители Предлагают какой-то прибор препарат и не понимают о последствиях. Из-за того, что мы занимаемся ими наукой и понимаем весь этот процесс, я объяснил, что у нас концентрация ионов серебра не может быть больше 23 микрограмм это физико-химическая константа, а остальное это металлическое серебро. Поэтому от нашего продукта никто посинеть не может ни при каких условиях. И еще такой интересный момент при снижении температуры, концентрация ионов серебра она уменьшается, причем существенно. Если вода будет при, при 18 градусов в серебряном кушине, то ионов там растворится не 23 микрограмма, а меньше 10. И это как бы еще развеивает миф о серебряных родниках. М когда люди рассказывают, что вот есть серебряный родник, и там серебряная вода, м я вам объяснил механизм. Если серебро плохо растворяется при низких температурах, родниковая вода, она 10 градусов, 6 mm -hmm. градусов. Все образцы серебряной воды, которые нам привозили из серебряных родников, в ней серебра нету или остаточные следы, но при этом много тяжелых металлов, потому что вы понимаете, что серебряный родник, там серебряные бруски не лежат, это серебряная руда. А серебряная руда, она сначала везется на финажный завод, чтобы сделать слитки серебра, и содержит много вредных примесей допустим, свинец, медь, сюрьма, и для этого все это очищают. Поэтому в роднике серебряном, как ни странно, очень часто бывает больше вреда, чем серебра. И вот таким образом мы понимаем, что этот миф не работает из-за того, что физика и химия устроены таким образом. Итак, Сергей, здесь ваш концентрат. Концентрат нано, концентрат серебра. А как ее принимать? и как вообще ей пользоваться. Давайте прямо сейчас возьмем стаканчики с чистой водой, добавим туда серебряный концентрат, покажем людям, как все это делается легко и просто. принесли стаканчики с чистой водой прям вот на глазах мы покажем как все это делается легко и просто угу. здесь у нас серебряный концентрат на день надо этого концентрата 50 миллилитров в 50 миллилитрах содержится 50 микрограмм серебра все очень просто Мы на глазок добавляем эти 50 миллилитров это уже можно пить Собственно говоря, все готово, но на самом деле лучше немножко подождать, угу. потому что ранее мы говорили, что наночастицы серебра здесь растворятся в ионы за несколько минут. Ничего страшного, если вы убьете это сразу, потому что процесс пойдет в организме, и также эти наночастицы серебра превратятся в ионы у нас в желудке и потом пойдут в кровь. Мы можем подождать пару минуток, угу. потом приступить к питью. Итак, Сергей. Сколько же нам нужно выпить воды, чтобы получить какой-то положительный эффект? Для того, чтобы получить положительный эффект, у нас здесь ключевое слово не вода, она а серебра. Серебра mm -hmm. надо 50 микрограмм в сутки. Его можно развести в вот таком маленьком объеме, можно развести в литре воды. Здесь есть такая интересная штука, что чем медленнее мы эти 50 микрограмм серебра в воде выпиваем, тем более она эффективно усваивается в организме. Вы понимаете, что если залпом выпить эту воду, через достаточно короткий промежуток времени она выйдет естественным путем. А если мы берем бутылочку с готовой серебряной водой с концентрацией 50 микрограмм на литр, пьем в течение дня, то это будет гораздо эффективней. И постоянное применение именно такой концентрации серебра в сутки дает защиту организма, но происходит это, к сожалению, не сразу. Человек состоит из воды. Ну, в среднем это 70% жидкости. Возьмем человека средним весом 70 кг, в нем 56 литров воды. Получается, что если каждый день человек будет выпивать по литру серебряной воды, у него будет идти замещение обычной воды серебряной. А дальше наступает вот как раз эффект, который мы хотим достигнуть. То есть организм получает полностью защиту от инфекции, которые приходят в организм извне, и серебро начинает на них оказывать именно вот такой эффект. Сергей, и вот часто бывает так, что к антибиотикам бактерии привыкают. А нет ли привычки, не возникает ли привычки у бактерий к серебру? За все время, что мы наблюдаем за серебром и методами его применения по отношению к патогенным микроорганизмам, нам неизвестны до сих пор никакие микроорганизмы, которые выработали резистентность к серебру. Это сложный медицинский вопрос. Мы выложим снизу видео ссылочки, которые будут вести на статьи, которые именно описывают механизмы, каким образом серебро воздействует на вирусы бактерии, грибки, дрожжевые грибки. И кто интересуется, может разобраться. Это сложно для обычных зрителей, эта информация трудна к восприятию. Mm -hmm. Ну что, может быть, попробуем? Давайте попробуем. Пробуйте первое. Хорошо. Ваше здоровье. Крупными глотками или мелкими? Как угодно. Тут такой момент, вы понимаете, когда вы разводите концентрацию серебра в воде, как бы вы ни развели, весь объем серебра, который здесь присутствует, он к вам в организм попадет. Если вы выпьете чуть меньше, чуть больше, это не играет никакой роли. В конечном итоге нас интересует, чтобы во всех тканях организма был определенный уровень серебра, который как раз дает ту самую защиту, к которой мы стремимся. А вот если во рту задержать немножко. Во рту, считаете? если задержать, задержать немножко, возникнет очень интересный эффект, который помогает зубам. В конечном итоге серебро попадет и в зубной нерв, и все он там устроен. А если воду подержать немножко во рту, мы уничтожим какие-то патогенные, которые попадут туда, допустим, при приеме пищи в ресторане. И все, что там присутствует, продезинфицируется. Так что все, что касается сдержать воды во рту, это очень полезно, особенно людям, у которых проблемы с зубами. Вы понимаете, что идет непосредственное воздействие, угу. бактериостатическое, на все, что есть вокруг зубов, десны, язык и все остальное прочее. А если глаза промывать? Глаза не промывать, а глаза капать концентрат угу. это стандартная процедура на всех преполаратах коллоидного серебра, только опять, когда коллоидное серебро классическое, чистить серебра там всего лишь несколько штук, mm -hmm. а здесь их много и поэтому они через конъюнктив очень эффективно впитываются. Это на самом деле дополнительная защита, когда эпидемия была. Все же говорили, что вирус попадает в организм через слизистые, в том числе mm -hmm. через слизистую глаз, и у нас люди закапывали утром и вечером пару капель концентрата в глаза, и таким делали способом защитный барьер, чтобы вирус не попал в организм через слизистую. А вот сегодня был пациент, у которого стриптокок, стриптокок в бушной раковине. Это наша любимая тема – стрептокок. Мы хорошо его лечим. Бушную раковину тоже, пожалуйста, закапывайте, вы понимаете, дистиллированная да, вода да, никакого да. вреда нанести не может, а серебро и ионы серебра окажут воздействие на то, чтобы инфекцию оттуда убрать. Здорово. Сережа, а вот какие функциональные нарушения в организме чаще всего решает вот ваш вот, это, вот этот бальзам, можно назвать его бальзамом? Серебряный концентрат. Этот концентрат да. Давайте начнем с пути воды. Мы говорим У. про оздоровительные процедуры. Да, и про путь воды расскажет, в каких местах может он оказать положительный эффект. Ну вот мы только что проговорили про ротовую полость, состояние зубов, что это хорошо очень помогает. Дальше вода идет прямым ходом желудок, желудочно-кишечный тракт, поэтому все болезни от инфекций, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, серебро начинает с ними работать в первую очередь. И не надо ждать никакие 50-60 дней. Эффект на желудочно-кишечный тракт начинает работать прямо вот в первый день. А... Есть, мы предполагаем, что это хеликобактерия. Хеликобактеры, в том числе где-то 7 дней достаточно чтобы хеликобактер был уничтожен. Этим занимался профессор Сергеев в Институте куртологии и реабилитации были гранты, которые исследовали воздействие серебра именно на хеликобактер. И вот как раз с профессором Сергеевым мы спорили по поводу того, почему именно серебро патогенные микроорганизмы убирает, а симбиоты остаются. Вот про это еще раз скажем, что серебро селективностью никакой не обладает, а именно иммунная система человека выбирает, кто враг, кто друг, и на хеликобактер антитела воздействуют, а симбиотическую микрофлору организм, наоборот, поддерживает. И получается такой интересный баланс, что организм подбирает себе микрофлору в организме именно ту, которая нужна. Поэтому GKT это первая история. Дальше, понятно, вода попадает в кровь. Проблемы, которые касаются мочеполовой системы, тоже регулируются очень быстро. Вы как бы сами понимаете, что почки, напряжение, куда вот идет кровь куда серебро попадает в первую очередь. И вот именно мочеполовая система – это второе место, где серебро начинает работать очень эффективно. Также у нас есть опыт большой применения сезон... против сезонных респираторных заболеваний. Но на самом деле мы агитируем людей не бороться уже с возникшим заболеванием, а заниматься профилактикой. Поэтому проще болезни избежать, чем ее лечить. Хотя лечить тоже можно. Первое средство при первом возникновении простудных заболеваний – это ингаляция, а потом присоединяем воду, хотя можно обойтись не ингаляциями. Дальше идут большой спектр заболеваний, которые так называемые ЖКТ-ассоциированные, это болезни, которые вызываются тем, что в желудке, в желудочно-кишечном тракте как раз нет правильной симбиотической микрофлоры, это болезни кожи псориаз, экзема вот слово модное, я не знаю, розоцея, то есть серебро, работая в желудочно-кишечном тракте, в конечном итоге убирает болезни, которые на коже у человека. Я надеюсь, что мы с вами дальше подробнее проговорим в следующих выпусках именно отдельные направления болезней и объясним, какой механизм воздействия в каждом отдельном заболевании. А у меня идея есть какая. Я соберу своих докторов, и у них достаточно большое количество будет вопросов. И, может быть, мы даже это затронем и, может быть, заснимем эту тему. Я думаю, что это будет для всех интересно. Хорошо сделаем. Еще, кстати. Потому что когда экспертов много, каждый задает свой будет вопрос. Будет консилиум. Да, будет своеобразно не то что консилиум, а обсуждение, скорее всего. Хорошо. Еще, когда мы с вами познакомились, я узнал, что у вас один из методов лечения это использование щелочной воды. И, как ни странно, у Академика Кульского есть отдельная статья, где написано, что в щелочной среде серебро убивает микроорганизмы гораздо более эффективнее, чем в воде с нейтральным ПАЖ. Вашим сотрудникам как раз вот эта тема будет очень интересная. Mm -hmm. Мы здесь открываем новый горизонт. То есть в разы быстрее излечивать инфекцию, именно используя щелочную среду. И вы с книгой Кульского ознакомитесь, и там научная информация. Угу. Надеюсь, у вас в голове возникнут идеи, как это использовать, и вы поймете механизм, чтобы людям быстрее оказывать помощь. Это будет очень интересно. Итак, Сережа, еще один такой вопрос интересный. А вот э, антибиотики с алкоголем как бы не дружат, то есть не рекомендуется прием. А как э, алкоголь и вот ваша вода? Серебряный ваш концентрат, концентрат да. да, опыт применения, как бы, показывает, что случаи такие были. И с точки зрения химии, во-первых, серебро это инертный металл, он с алкоголем никак не реагирует, не взаимодействует. Серебро и алкоголь друг другу не мешают. Но мы обнаружили другой интересный эффект: серебро в химии используется как катализатор. Катализатор это вещество, в присутствии которого химические реакции идут быстрее, в разы. В организме присутствует биохимия. Так вот, организм, когда разлагает спирт этиловый, там тоже присутствуют биохимические реакции. И выяснилось, что серебро как катализатор эти реакции ускоряет. То есть, человек пьет алкоголь и быстрее трезвеет. И понятное дело, что на следующий день при умеренном употреблении алкоголя нет вот этих побочных эффектов, потому что организм быстрее это выводит. То есть, вы человеку помогаете массажем ускорять эти процессы, а серебро еще выступает как катализатор. Поэтому вот ваш метод про серебряная вода может получиться вообще какой-то волшебный симбиоз. эффект. Симбиоз. Да, симбиоз и волшебный эффект. Сергей, большое спасибо за интересную беседу. Ну и я надеюсь, мы еще разочек с вами встретимся для того, чтобы обсудить те вопросы, которые нам зададут слушатели и те, кто нас смотрят. Да и наши доктора. Хорошо, мы это обязательно сделаем, но одной встречей мы не обойдемся, потому что у нас за 8 лет накоплено очень опыта, много, который будет интересен вашим врачам, и мы с удовольствием этим опытом с вами поделимся. Сереж, еще раз большое спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что наша беседа продлится. И до встречи. До встречи. Спасибо, что выслушали.